Всем привет, меня зовут МДЖ Рамон, и добро пожаловать в крафт-шоу. Сегодня пятница, а это значит, что мы продолжаем играть в игры, в которых есть изюм. И сегодня у нас немножко, чуть больше фана, друзья, я бы сказал, чем безумие. И мы сегодня с вами поиграем в игру под названием Бардбариан. Это как варвар, только бард. Ну, в общем, вы во всем сами сегодня убедитесь. И внезапно музыка, кстати, в меню всегда прекращается вот таким вот образом. Но я сейчас немножко объясню вам, что здесь происходит, и мы ворвемся в геймплей. Что такое Бардбариан? И вообще, кто ее создал? Игру создала компания Three Fortress Games. Опять же, большое спасибо разработчикам за присланную копию игры. Даже за три ключа, которые они мне прислали. Может быть, одну копию я разыграю на стриме. Посмотрим. Но что такое Бардбариан и... Что же за жанр представляет эта игра? Это смесь Tower Defense, RPG, RTS и немножко Shmup and Snake элементов, как говорят сами разработчики. И весь сюжет здесь завязан на том, что вы играете за Брэда, варвара, который однажды проснувшись понял, что ему надоело гриндить экспу, и он решил... все-таки воплотить в жизнь свою давнюю мечту и сделал из топора вот такой вот музыкальный инструмент. И, в общем, он начал играть на нем. Напрямую, друзья, вы в бою не участвуете, но... Давайте я вам покажу кое-что. Я сейчас нажму кнопку play, запущу свою сохраненку, где я немножко уже потренировался, естественно. И покажу вам, что здесь происходит. Итак, помимо того, что вы играете в, собственно, основную часть игры, где вы защищаете свой городской кристалл от орд и от волн, наплывающих на вас, вы перед этим и после этого тратите заработанное золото на различные улучшения. Здесь у нас есть улучшение юнитов, улучшение героя и улучшение города. Улучшение юнитов... Здесь у нас происходит довольно простым способом, то есть сначала вы должны открыть этих юнитов, открываете вы их по мере прохождения, то есть чем дальше вы заходите, тем круче напарников вы встречаете. Вот тут, кстати, вижу ниндзя, и он очень крут, я знаю, я вам, возможно, покажу его. И также здесь есть вот такие вот ребята, их вы тоже должны уметь открыть кое-где. Вот я, например, открыл мидбоя с тем самым зародышем, который в костюме бегал, по-моему. Хотя тут написано, он любит плакать, и у меня есть подозрение, что здесь Binding of Isaac еще каким-то образом затесался, но может быть это Isaac и есть? Не уверен. Не уверен, но то, что это мидбой, это точно. И вы его открываете в Survival Mode. Здесь помимо основного основной типа сюжетной линии есть и различные режимы. Два именно. Также вы можете открыть здесь себе Октопапу и Шеллрейзера. Как их открывать, вам дают подсказки вот здесь вот. Последний раз вы увидели, что он ошивался рядом с огненным големом. И Шеллрейзер у нас написано, что если вы сможете его достать. Ну, я, например, посмотрел ачивки, вы можете посмотреть ачивки для этой игры, и там будут четкие подсказки. Например, Шеллрейзер открывается в... режиме на время, а Octodad, ну, скорее всего, после какого-то босса вам откроется. Ну и здесь, как видите, у меня уже открыты три героя, которые будут со мной сегодня ходить. Это лучник, броулер и черный маг. Пройдя первого босса, я открыл себе лекаря, до босса, по-моему, как раз локация. Я открыл себе вот этого хилера. Ну и вы их улучшаете. То есть здесь все довольно просто, вы тратите золото, и у них увеличивается количество здоровья и количество урона, который они наносят. Это без проблем. Улучшение героя здесь происходит тоже очень интересно. Здесь вы можете увеличить количество здоровья. Как видите, я уже потратил кое-какие деньги на улучшение. То есть везде все с самого начала было по одной звездочке, а иногда даже и по ноль. Да, вот вы видите ноль. Ноль, здесь по одной штучке я везде добавил. Вот, и я сделал его очень выносливым, он достаточно быстрый. Тут есть боди-спрей, который делает так, что ваши напарники стоят ближе друг к другу, и вы поймете, зачем это нужно. Я, как видите, три очка сюда влил.
И вы генерируете ноты по мере того, как играете. Ноты здесь — это ваш ресурс, который вы тратите на различные бафы и на спецатаку, которую вы тоже, опять же, увидите. Вдохновение — это вы начинаете с большим количеством нот в самом начале. Party on увеличивает максимальное max size of your party. О, кстати, чё-то я это пропустил совсем, надо было бы, наверное, всё-таки это прокачать. Ну и улучшение различных бафов. Баф на атаку, на скорость и на защиту. Также вы можете улучшить свой свою лютню, назовём её так, которая дает вам в два раза больше золота, что на самом деле очень круто. И level up в два раза быстрее, ну и вообще вы круче выглядите. Но, естественно, это очень дорогое удовольствие, и до него еще нужно будет добраться. Также здесь улучшение города. Вы можете улучшить ваш кристалл городской, увеличить количество здоровья, которое у него есть. Улучшить бараки, колледж. Бараки вам дают физические последователи, спаунятся с более высоким уровнем. XP level, да. И на максимальном уровне на крыше у вас появляются защитники, которые помогают вам уничтожать волны, которые на вас накатывают. С колледжем то же самое, только относительно магов. Друзья, здесь есть апгрейд. И вы можете заплатить магазинам в городе, чтобы они оставались открытыми и помогали вам в битве. Я не совсем понял, как это работает, но посмотрим потом. Здесь есть Town Pet, городской пэт, очень прикольное, милое существо, и вы даже ачивку за него получаете, когда прокачиваете. Он бегает за вами и собирает для вас золото. С самого начала всего этого у вас нет. И также городской пьяница здесь есть, которого я купил. В общем, он то ли блюет, то ли... Ну, скорее всего, блюет, да. Да. И это его блевотина замедляет врагов, а на максимальном уровне прокачки даже делает их более слабыми. И вы их быстрее убиваете, если находятся в луже, которую он после себя оставил. Вот примерно вот такие вот вещи вы можете покупать здесь, играя. И игра сама проходит вот таким вот образом. Мы нажимаем кнопку play, как видите, я прошел уже утро. И у меня уже полдень. Оп, нет, назад, подождите, нет, еще рано. Утро, полдень, довольно сложный, поэтому мы, наверное, с утра начнем. Как видите, здесь не так уж много, здесь вот до ночи 16:20. Но, поверьте мне, вы будете проводить здесь очень много времени. Так что, не думайте, что тут мало уровней. Тут достаточно много уровней, хотя на самом деле они все одинаковые. То есть локация, в общем-то, одна и та же, но улучшая ее, вы ее немножко видоизменяете, чуть-чуть совсем. И, в общем-то, меняются... мобы, которые на вас идут. И, в общем, это особо не мешает, что локация всего одна. Также здесь есть вызовы. Вызов на выживание и вызов на побег. То есть здесь вы бежите от огромной орды, и вам нужно обходить различные препятствия, различных врагов и так далее. И, как видите, я прошел здесь дистанцию почти 2 километра. А в режиме выживания вам нужно выжить какое-то определенное время. Как видите, моя первая попытка увенчалась результатом 4.24. Ладно, давайте я вам покажу, что же за игра такая и как в нее играть. Играть я буду с контроллера, потому что это намного удобнее, чем играть с клавиатуры. Вы убедитесь в этом сами почему. Выберем утро. И выберем, кто с нами сегодня будет ходить. Я, наверное, лекаря все-таки уберу. Она мне сейчас особо не помогает, а мы возьмем супермидбоя, и будет у нас лучник, супермидбой и маг. Я думаю, нормальная компашка. Поехали. И не забывайте, что лично ваш персонаж в битве не участвует. Он призывает вот этих вот своих друзей и создает для них различные бафы. Итак, я нажимаю LT, призываю сейчас лучника, призываю мидбоя. И пока на этом у нас все и заканчивается. Мидбой оставляет за собой кровавый след, естественно. Вот он, наш пьяница здесь ходит, и наш пэт вместе с нами. И по карте сверху вы можете видеть, где перемещаются ваши враги. Вот наш енот будет нам собирать наши деньги. Давайте я курсор отсюда уберу. И вам нужно избегать вот эти вот снаряды, которые запускают ваши враги. Потому что... они бьют достаточно больно, и вам нужно управлять всей этой бригадой, естественно. Сами по себе они ходить не умеют никак, совершенно. И можно здесь, кстати, нажать кнопку А. Как видите, по центру такая молния.
Эта штука что делает? В общем, каждый раз, когда вы убиваете врага, вы видите, у меня сейчас будет... О, это довольно усиленно. Воу, это мы как-то пропустили, и этого происходить не должно. У нас тут атака. Атаки! Каждый раз, когда вы убиваете врага, вы видите, у меня пополняется эта шкала. Если по вам попал снаряд, любой, вы, в общем-то, теряете весь заряд. Поэтому в ваших целях избегать летящие вас снаряды, чтобы... Ну, keep it moving мне достижение дали, наверное, я много золота заработал. В ваших интересах не попадаться под проджектайлы, которые вот запускают вас, эти камни красные. Дабы набрать нужное количество заряда и использовать спецумения. Также у меня есть различные бафы, которые я пока что не использовал, потому что я не вижу в них смысла. Воу-воу-воу, аккуратней. И избегать вот эти заряды вам нужно всей толпой. То есть не только ваш главный персонаж не должен попасться под это все, но и вся ваша компашка. Здоровья у них достаточно мало, и выживают они еле-еле. О, я нечаянно рыбу съел, ладно. Рыба здесь иногда появляется, здесь раньше не было этого чувака. Воу-воу-воу. Давайте, наверное... Я не знаю, зачем я сейчас это использовал. Рыба здесь появляется довольно редко, вы видите, там сидит рыбак. И раньше, по-моему, этой рыбы здесь не было. То есть я, по-моему, сделал апгрейд тут как раз города, и рыбак появился. Я еще сам не совсем понимаю, что здесь и как должным образом работает. Провел я в игре, ну, где-то час, возможно. Изучая ее. Оп. Ага, хрен тебе. Давайте походим здесь и бафнем. Я сейчас нажал кнопку X, это баф атаки, и у меня сейчас мои напарники наносят намного больше урона. Оу, шит. Надо успеть. Хрен тебе. И мы успели. Вроде бы все живы-здоровы, и что-то я совсем забыл, что нам было бы неплохо мага, наверное, призвать. Давайте сделаем. У нас 71 нота. Это огромное количество, я раньше так много не зарабатывал. Особенно даже концентрируясь. А сейчас даже рассказываю вам, что здесь происходит, я каким-то образом... Давайте бафнем на атаку, сейчас что-то слишком много чуваков здесь. И вот эта атака, спецатака, я постоянно меняю тему разговора. Она также уничтожает все эти штуки, которые в вас летят. Поэтому если вы чувствуете, что сейчас можете умереть, вы можете... использовать это умение. И таким образом, вот, например, сейчас довольно опасная ситуация. Уничтожить все эти снаряды, убить врагов. И давайте догоним вот этого, который сейчас чуть не уничтожил нам нашу башню. Окей, все нормально, все нормально. Нет! Оп, шит. Баф. Ну, сейчас, по-моему, по мне попадут. Рыбы, к сожалению, там нет. Это было бы здорово, если бы там была рыба. Становится довольно жарко, по-моему, здесь. Очень много чуваков. Хрен тебе. Оу-оу-оу. И давайте бафнем, наверное, на скорость. Y. Надо догнать. Кнопку A жмакнем. Ну, это было зря. Вот, отлично. Я бы подлечил сейчас свою пати, но я могу перепризвать, например, того же лучника. Да, у нас еда здесь нигде не валяется. Иногда из ваших врагов помимо золота выпадает еда, ну вы видите, ноты иногда выпадают, это вам помогает, в общем, сражаться. Сейчас, давайте пройдем так, чтобы по нам особо не попадали. Но это происходит очень редко, еда падает очень редко, и вам все-таки стоит полагаться на скиллзы, на апгрейды, которые вы покупаете, потому что... Так, я понял, хорошо. Этот чувак соберет за нас золото, мы особо не будем переживать по этому поводу. И, наверное, давайте нажмем кнопку А. Застанем их всех. Бафнем на атаку. Ну, давайте, взрывайте их. Ага, вон возле бочки, кстати, было. Была вкусятина. Довольно сложно следить за тем, что на карте происходит, потому что здесь сейчас тотальное безумие происходит. Так, хватит уничтожать тут все, что ты видишь. И вот тут выходит чувак, который меня на самом деле очень сильно парит. Давайте его застанем, пока он чардж не сделал. Он чарджит. Чарджит очень умело, должен признать. Давайте бафнем на атаку еще. Вот, и от него иногда, не всегда, вернее, получается сбежать, потому что вы управляете огромной пати. Умри. Нет, вот, все, отлично. Вы управляете огромной пати, и
ладно бы одним чуваком избегать вот эти все штуки, которые в вас летят. А вот, вот такой вот пати не всегда это получается. Так, ты умрешь, и ты умрешь, и ты умрешь. У нас заряд есть? Есть. Все, хорошо. Отразили. Бафнемся на атаку. Застанем, потому что мы сейчас чуть не получили по щам. И уничтожим этот проджектайл. И ае. Фух. И кажется, сейчас это локация босса, да, вот он выходит. И у него вот такое вот спецумение. Он фигачит вас по земле. Оу-оу-оу-оу, фак-фак, на атаку. И кажется, я могу здесь и умереть, потому что что-то я переоценил свои способности. Все, давайте я попробую сконцентрироваться. Нет. Надо его увести от башни. Помимо того, что тут босс ходит, тут огромное количество еще и чуваков ходит, которые не очень-то нам помогают в убийстве босса, а естественно больше мешают, чем помогают. И надо не забывать о том, что у босса есть это спецумение. О, мы покушали, это хорошо, кстати. На атаку. Главное не получить по щам. Давайте застанем всех, по-моему, босс тоже должен станется, да. Все, получим немножко по щам, но и дадим ему по щам. Еще раз баф на атаку. По-моему, мы кого-то потеряли. Не, медбой, все на месте, все на месте. Надо поубивать малых, чтобы они не уничтожили еще и наш кристалл, конечно же. Так, есть. Отойдем от этого, от этой штуки. О-о-о-о. Все нормально, все нормально. Нужно следить за тем, что... Блин, по-моему, я сейчас получу. Не, ух, увернулся. И босс уничтожен. И здесь высыпается огромное просто количество золота. Так, хорошо, хорошо. У. Также не рекомендуется входить в близкий контакт с врагами, потому что они наносят вам довольно большое количество урона. Вам нужно избегать здесь все. И я снова перешел в полдень. С первой же попытки, удивительно. И мы продолжим с вами наше уничтожение вот этих чуваков. Аккуратным образом, естественно. Вот это какой-то бронированный чувак, он довольно много урона получает. И ваши напарники иногда могут промахиваться, обратите внимание. Что не очень здорово. Так, отойдем сюда. Я подожду, пока их соберется большое количество. И спецатака! Так. Давайте бафнем опять же на атаку. На скорость и на защиту я особо не бафаю, потому что как-то полагаюсь больше на скиллзы у ворота. Левел ап. Так, аккуратненько. И чем дольше ваши чуваки с вами живут, тем больше у них уровень, как вы видите. У некоторых уже такая золотая каемочка. Это означает, что они уже стали довольно крутыми чуваками. Оу, 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 наш кристалл атакуют. Нам что-то нужно делать. Нужно бафнуться на атаку, но, к сожалению, я пока что этого сделать не могу. И, по-моему, я не успею отразить всю эту атаку. И, по-моему, я могу сейчас и умереть вообще, к чертовой матери. Надо на себя переманить. Не, ребят, по-моему, мы здесь никак уже не успеем ничего сделать. Баф на атаку. И, по-моему, один наш чувак умер. Да, у нас умер маг. ЛТБ. Возвращайся. Давайте посмотрим. Да, он... сбросил свой золотой уровень. И, к сожалению, мы не смогли. Ну ничего, бывает. В принципе, так вы и проходите потихоньку эту игру. То есть в какой-то момент вы понимаете... Слушайте, меня там еще бьют до сих пор. Купить апгрейды. В какой-то момент вы понимаете, что дальше вам уже довольно тяжело проходить. И тогда вам стоит вернуться чуть назад, погриндить еще золото, купить дополнительные апгрейды и уже с ними уходить в бой. Либо менять свою пати, может быть, прокачать их немножко и, в общем, на такой тактике и выезжать. Но давайте потратим наши деньги, наверное. Герой, может быть, прокачать. Или город. Давайте прокачаем город. Я бы, пожалуй, все-таки героя, я бы, наверное, пати он прокачал. Размер пати. У нас теперь 4 юнита с нами могут бегать. Окей, это хорошо. 1651 голда у нас осталось. Тут все дорого, очень дорого.
Мы можем прокачать пьяницу, его лужи будут ослаблять врагов. Но как-то, мне кажется, это не совсем то, что нам нужно. Генерация нот. Ну, не знаю, их, по-моему, было довольно достаточно, этих нот, опять же. Вдохновение, большее количество нот в начале, я думаю, этого нам тоже пока не нужно. И баф песен мы можем сделать. Вот мы можем 1000 голды потратить на баф песни. То есть сейчас мы на 64% больше урона наносим. А купив апгрейд на 75%. За штуку голды не так уж и много, если подумать. Поэтому давайте прокачаем количество здоровья все-таки, наверное, нашего кристалла. 1500 штуки. И на этом и все наши бафы закончились, да? А нет, мы можем нашего броулера прокачать. Мы с ним не ходим. Ну, наверное, стоило бы. Все, второй уровень. И вот так вот, потратив голду, вы снова идете в бой, выбираете, где вы хотите драться, насколько вы уверенно себя чувствуете. И проходите, качаетесь, тратите деньги. Но давайте сходим с вами в режим побега, допустим, да. Отправимся сюда. И когда вы достигнете дистанции 3000 метров... вы сможете открыть себе вот этого шелрейзера. Но это так сложно, это дико сложно. Вам нужно будет, в общем, набить себе руку в этом режиме, чтобы справиться с поставленной задачей. Итак, вот она начинается. У меня, вы видите, вверху мой персональный рекорд. И вот так вот, пробегая по уровню, вы собираете золото. И пока что здесь, казалось бы, вот и все. Избегаете кислоту, но... чем дольше вы бежите, ребят, тем сложнее становится. То есть мы можем делать вот так. Подразумевать, предугадывать, куда все это будет лететь. Все эти снаряды, которые они у вас запускают. И, естественно, собирать золото. Золото было бы неплохо все-таки не пропускать. Потому что тогда особо смысла не будет прохождения этого уровня. 2, 3. Ага, все, я помню, да, эту. 3, прошел. Так, хрен тебе. И хрен тебе. 2, 3. Вот, и вы проходите. Оп, чуть-чуть не попался. И пытаетесь все-таки сделать так, чтобы у вас все получилось. И, конечно, мне было бы интересно пройти 3000 метров. Но, кажется, у меня этого не получится. Вот тут я где-то и умер. А, вот, да, мой рекорд, как раз. Я его побил. И вот это чудо-юдо выпускает вас снаряды. Кстати, любое попадание по вам означает смерть. О! Я буду, наверное, проходить все эти снаряды, потому что я хочу добраться до 3 километров. И... может быть, мне это удастся. Боже мой, я под артобстрелом просто сейчас нахожусь, под тичайшим. Не дай бог, сейчас опять эта тварь появится. Так, есть, хорошо. Пожалуйста. А как я вот... я сделал это удивительно для себя, но... наверное, мне не нужно было в эту клетку заходить. Наверное, мне нужно было все-таки... забить на него и пройти 3000 километров, и он бы мне начал помогать. А, черт побери. Ай-ей, я только что это сделал, ребят, и вы, я не знаю, видите вы на окне... в окне эту ачивку или нет, но я только что спас нашего чувака, и... я открыл эту черепаху чертову, и я все еще жив. К удивлению для самого себя. Так, и... 3,5 километра, это не предел... все у нас получится. Я так захотел. 3. Эх. Вот так и знал. Вот так и знал. Я видел это издалека, но не успел среагировать. И вот теперь мой рекорд 3830. Но, по-моему, неплохой результат. Сколько золота я с собой унес в итоге? Давайте посмотрим. 3695, оказывается, это довольно прибыльное дело, и Shellraiser теперь мой. О, да.
Давайте, я не знаю, стоит ли его апать. Сразу 6,5 атака на дальние дистанции. Да. Открыли, апнули, все нормально. И, пожалуй, покажу вам еще один режим, это Survival. В принципе, Survival, выживание, это такой же режим, как и режим истории. Единственное, что здесь не работают никакие бафы, которые вы покупали. Вообще ничего. Здесь все на скиллах, и никакие герои, которые вы там прокачивали, они здесь тоже не работают. Здесь вы их вот таким вот образом собираете. И исключительно на скиллзах пытаетесь вытянуть. Ну, два лучника, нифига себе. Пытаетесь вытянуть игру. Никакой карты здесь также нет. Вы исключительно вот таким вот образом должны определять, где находится ваш соперник. Но, по крайней мере, вы можете бафать. А, и да, и ваш друг с вами не ходит, поэтому золото вам придется собирать вручную. Давайте я бафну на всякий случай. Соберем золото. О! Вот эта тварь уничтожается одного удара. Это я совсем забыл. Давайте мы ее попробуем все-таки убить. Оп! И мне нужно так оберегать всю свою пати от этих снарядов, которые летят в мою сторону. Потому что это больно. Очень. Нет. Ух. И вот таким образом вы выживаете какое-то время. И, как видите, вверху есть таймер, который показывает, через какое... О, мидбой, привет. А, черт. Через какое время появится босс. А если вы не успели собрать себе пати до его появления, ну что ж... Воу-воу-воу, скелетов я еще здесь не встречал, кстати. Вам же хуже, потому что босс ждать не будет. И вообще, смотреть, есть у вас кто-то в пати, нет у кого у вас кого-то в пати. Вот эти вот бекон там появился, наверное, стоит его взять. А вот и босс. Этот бекон вас лечит. Хотя бы что-то. Бафнемся. О, а вот и он. Мы его уже видели сегодня, друзья. И мне кажется, я сегодня особо не успею ничего сделать. Черт. Все, я более не замечаю, что происходит вокруг меня. Тут какофония. Давайте возьмем хотя бы одного напарника еще себе. Кто это? А, я надеялся все-таки... Нет, нет, нет. Броулер у меня выживает. Да твою мать, вот это он прицельный. И медбой умер. Все, ребят. И вот это означает, что вот так вот... Вот так вот вы и умрете. В прошлый раз я хотя бы дожил до второго босса, но сейчас... Сейчас что-то мне вообще не везет. Мне тогда попалось два ниндзя. Ниндзя вообще опешные здесь. Вот, наверное, благодаря ниндзям, собственно, я и смог что-то сделать. Так, вот эту всю братью я уведу за собой. Нет. Отстаньте. Опять лучник. Я все надеялся на ниндзю, но да ладно. Мы здесь, друг, не выживем никак уже, это точно. Довольно хардкорно здесь. Просто если вы не будете подставляться под выстрелы, как вы понимаете... А, черт! Это не так уже просто. То в какой-то момент вы все-таки сможете выжить. Но там уже подходило время для второго босса, и просто если вы не успеваете вынести вот эту всю братву, то вот у вас закончится вот так вот. Как видите, мое лучшее время было в два раза больше. Но ниндзя не было. Вот не было ниндзя, к сожалению. И в итоге мы получаем еще некоторое количество золота. В общем, золото, золото, золото. Золото ваш друг, друзья. Друзья, друзья. Золото, золото. И, естественно, вы можете прокачать что-нибудь еще. Например, вы можете сделать так, чтобы у вас 5 юнитов уже было в пати, но... Иногда лучше прокачать кого-нибудь получше. Например, Шелрейзера. Вот как-то так. И мы можем... Вдохновение, может быть. Начинаете с большим количеством нот. Да, почему бы и нет. У нас остается 470. Как-то баф ускорения мне неинтересно использовать. Ну, мы можем бафнуть нашего броулера, допустим. 6 атаки у него теперь, юнит ближнего боя. Давайте просто посмотрим, мне просто интересно, как хорош будет этот Шелрейзер. Мы уберем мидбоя.
И мы уберем мага, допустим. Поставим этого и этого. Вот такая вот у нас будет вечеринка. 3 из 3, но у меня размер 4 в пати, по-моему. Ха, окей. Посмотрим, что это нам даст. Вот, и давайте сразу же призовем этого чувака. Черепаху с турелью просто на спине. Б. 40. 40 нот его стоит призыв. И, наверное, броулера я в танка призову. Все, все, что у нас хватает. Черепаха, покажи-ка на что ты способна. Давай, давай посмотрим. Ну, ты бить будешь? Чё-то черепаха не очень хочет бить. А не, он стреляет из пулемета. Ты же на дальнюю дистанцию фигачишь, не? По-моему, черепаха... О, она ракеты даже запускает. Черепаха медленно реагирует, но если реагирует, то наваливает очень много. Видимо, скорость атаки у нее достаточно маленькая. Это надо для себя решать, конечно, уже, как вам больше нравится, какую пати вы хотите собирать. Хиллер, конечно, тоже здорово. Хиллер, если вы стоите на месте, он вас лечит. И если ваш герой стоит на месте, он больше нот начинает генерировать, между прочим, я забыл это упомянуть. Мне, неужели мне прям надо так близко подходить к ним, чтобы хоть какой-то урон им нанести? Или черепаха вообще стационарная? То есть, может быть, она стреляет только если на месте стоит? Да нет. Странно. Но вот так вот она себя ведет. Посмотрим, друзья. Каких юнитов я еще в будущем смогу для себя открыть, но, к сожалению, на этом нам придется закончить. Потому что наше время подошло к концу. Я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний выпуск. Игра очень необычная, и я посчитал, что она... хорошо вписывается в Чумовую пятницу. Достаточно мало таких игр, где, в общем, смешивают столько всего, и просто наличие Супер Медбоя и там Октопапы и вот это черепахи из игры, которую я не помню, но уверен, что мог бы вспомнить, если бы сильно постарался. Я уверен, что я знаю эту игру. Наличие и этих ребят в игре, это уже, конечно, довольно изумительно. Поэтому... довольно интересно. Хотя вот черепаха, должен признаться, мне здесь особо не помогает, поэтому я, наверное, призову лучника. Сделаю усиление на атаку. Вот сейчас лучник тут припрется, покажет всем. А не, вот смотрите, черепаха стреляет издалека, просто... просто она не всегда это делает. Черепаха, вот давайте посмотрим. Ты среагируешь или как? Если умру, мне как-то это особо не страшно. Просто я хочу проверить. Да. Как-то она странно себя ведет. Зачем я так долго парился, открывал? Ну, не то чтобы долго, но... я надеялся, что черепаха с пулеметом на панцире, это должно быть интересно. У, левелап у всех. Оказывается, не очень. Ну, кто знает. Может быть, я не совсем понял еще этого юнита, нужно будет с ним разобраться. Но уже все, точно, друзья. Все, время подошло к концу. Меня зовут МД Рамон. Ставьте ваши пальцы вверх, конечно же. Если вы провели хорошо время сегодняшнее, пятничное со мной. Меня зовут МД Рамон, и мы здесь закончили. Пока.